13-летний мальчик сорвался со скалы в районе зоны отдыха Горняк. Сейчас ребенок с ссадинами и синяками в больнице. Помогли ребенку сотрудники магаданского филиала Дальневосточного регионального поисково-спасательного отряда, которые в интервью нашему телеканалу рассказали о том, как прошла спасательная операция. Поступило сообщение на пульт оперативного дежурного о падении ребенка со скалы в районе Горняка. Немедленно дежурная смена выехала к месту вызова. Прибыв в район Горняка, значит, там, где находится лицензионный участок, встретили специалистов скорой помощи, они там находились, но никого не видели. Также очевидцы, которые там находятся, опросили всех очевидцев, они тоже никого не видели, ничего не знают. Ну, соответственно, зная тот район, зная, что скалы находятся где-то за мысом в сторону моря, ну, решили искать в том направлении. Ну, спасатели уже пешим ходом выдвинулись в то направление и по пути встретили мужчину, который нес ребенка. Вот, соответственно, это и был пострадавший мальчик, этот ребенок. Ну, соответственно, приняли у мужчины этого ребенка, оказали там психологическую помощь и, значит, посмотрели, что полный отлив, вызвали также машину. Значит, автомобиль спасателей привез врачей скорой помощи. Значит, то есть поместили пострадавших в машину и повезли уже к карете скорой помощи.